Вот, тишенько, после операции мы ездили опять в нашу клинику, к нашим добрым докторам. Врачи попытались там что-то с челюстью сделать, но она пока стоит колом, вообще никак ни туда, ни сюда. Как будто там все срослось. И вот Тише удалили пока, чтобы он почистили ему камни, все, что могли в ротовой полости, вот при закрытой вот этой сомкнутой челюсти. И удалили ему передние зубки, чтобы хотя бы эта щель была побольше, чтобы он мог чуть-чуть легче, у него происходил вот этот процесс питания. Вот сейчас Тишенька отходит. Конечно, по сравнению с той щелью, в которую еле-еле язык проходил, сейчас без, как это ни печально, но без зубиков будет ему гораздо легче. Да, Тишенька, Тише. Вот он грелочку ему поставила еще дополнительно. Тепло, чтобы было. Что-то он от нее ушел. Тишенька, Тишенька, иди сюда. Сейчас наркоз отходит.